Влад, ты сказал, что эмоций не осталось. Действительно, все оставили на поле? Ну, так и есть, да. Все-таки это 1/16 финала, поэтому надо оставлять все силы, все эмоции на поле, да, чтобы пройти дальше, что мы сегодня сделали. Много разговоров было про погоду. Как тебе было играть в минус 15? Знаете, после Хабаровска везде тепло, поэтому сегодня была вообще замечательная погода. И надо отдать должное болельщикам, которые пришли сегодня. Да, их сегодня было очень много. Команда не стала ставить автобус, да, так называемый, при комфортном для себя счете по сумме двух матчей. Это установка тренера была или сами решили побежать дальше вперед, забивать еще? Ну, у нас был план на игру. В принципе, мы его выполнили на 100% и заслуженно победили. Ты знаешь о том, что «Локомотив» никогда раньше не выходил в 1/8 Кубку УЕФА или Лиги Европы? Да, знаю, прочитал только что. Поэтому хочу поздравить всех ребят, болельщиков, с заслуженным выходом в 1/8 финала.